Волгоград, 2022 год, 31 октября. Трое суток нет воды, прорвало канализацию. Два района города, около 200 тысяч человек, находятся без воды. Трое суток без капли воды. Воду подвозят очень редко, люди расхватывают, как горячие пирожки. Вот, слава богу, пошел дождь, и теперь можно набрать хотя бы такую воду, чтобы, ну, в туалете смыть не уже буду беречь, конечно, не хватит, если наберу. Дай бог дождь дольше будет. И вот спрашивается, да, пошли Украину освобождать от цивилизации, а сами, блядь, извините за выражение, никогда такое не говорил, не можем с говном своим справиться, вояки.